Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Aliens Agent, то есть чужой агент. Ну что ж, поехали. Да, история. Так, русского языка, я понимаю, ребят, здесь нету. Фиг с ним, будем интуитивно с вами играть. Так, бой. Давай смотреть, что из себя представляет вообще эта игра. Так, мы Харди. Или же не мы, Харди. Так, управление. Замечательно. Что мы можем? Стрелять можем? Пока непонятно, ребята. В данный момент мы просто с вами перемещаемся. Так, полицейская машина. Так, что-то мы тут якобы обнаружили. У нас есть напарница Лаура. Видимо, где-то на другом конце провода. А, вон там, ребята, лежит рация. Видимо, Лаура по этой рации передает информацию. Ну, видимо, полицейских здесь уже нету. Так, а вот, ребята, все, понял. Вот мы уже и начали с вами стрельбу. Слушай, шикарно, я могу рацию подобрать? Нет, ребята, не могу. Кусты я эти тоже подбить не могу. То есть в данный момент я могу только драться против вот этих, ребята, мелких насекомых. Хотя нет, растения уничтожили. Что такое? Перезарядка. Понятно. Так, у нас, ребята, есть, судя по всему, какая-то взрывчатка. Два вида, красная и синяя. Красная — это огонь, судя по всему, а синяя — это заморозка. По крайней мере, мне так кажется. Ну, куда ты ползешь ко мне тут? Опа-на, снарядики. Подбираем. Так, а что, у нас патроны заканчиваются? Да, нет. Эти бесконечные, что вы мне тут пугаете? Расстреливаем. Что? Что? Оп-оп-оп. Зачем врасплох-то так? Так нечестно, ребят. А дай-ка я проверю, что это такое. Куда ты бросил ее, парень? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, вот эти мелкие, такие паршивцы на самом деле, а? Ну давай, вот тебе и чужой агент. Так, 100 патронов, для чего, куда, где? Где новый вид оружия, ребят? Я не вижу нового вида оружия. У нас есть еще одна аптечка, кстати. Тихо, откуда ты взялся-то? Не было же тебя здесь, рядом. Ребята, они откуда берутся? Не могу. Опс, тихо. Личинки эти тут никчемные. Давай, перезарядочка была. Давай расстреливать. Все этих мелких надо обязательно, ребята, уничтожить. У нас 1000 долларов. Видите, да? Местная валюта. Судя по всему, мы будем здесь тоже с вами затариваться. Да уйди ты от меня, да? Достал уже. Личинка тоже прочь с дороги. Ну, вижу я, ребята, его. Так, не понял, что купить. Но ведь не могу купить. Нет, ребята, могу, и я потратил. Я потратил все деньги, ребята, на патроны, судя по всему. Ну давай, иди сюда, под расстрел, говорю. Не хочет, ребята, идти. Так, доллары надо обязательно подбирать. Слушай, ну, деньги здесь очень быстро собираются. У нас уже 300... Что? Ты-то еще откуда взялся здесь? Это типа босс? Это, ребята, типа босс. Так, надо бежать отсюда к ядрене фени и не попадаться на глаза. Давай, 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 давай. А он за мной идет. Он, ребята, идет за мной. Он не сдается. Настырный зомбарь. Интересно, самое удивительное, что здесь зомби... Ох ты! Ох ты! Вот ты что делаешь, да? Слушай, а я, знаешь, что попробую сделать? Вот так вот. Этот зомби должен попасться. Не попался, к сожалению. Давай еще бросим. Купить за 10 монет. Не надо ничего мне покупать. Я и так справлюсь. Сосунки все-таки они. Подбил. Так, опять... Это все-таки, ребята, мы. Мы Харди. Мы подбили, получаем сундук. Вот оно что, да? Ранг S. И что мы зарабатываем с вами? SMG. Четенько, все, ребята, четенько. 560 бакинских. Так, экипировка. Так, мы можем с вами... Я понял, SMG устанавливаем вот сюда. Совсем другое дело. Плюс улучшение. Спасибо большое. Это классно, это круто. И у нас, ребята, вторая миссия. Да-да, я готов, и поехали. Кстати, энергия у нас тратится за миссии. Так, ну, SMG, это вам все-таки не пистолетик. О-оу, о-оу. Говорит Харди.
Слушаю тебя, Харди, как ситуация? Ситуация накалена, здесь кругом зомби, очень много монстров. Мне бы не помешала полицейская поддержка. Ну, я пока попробую сам здесь разобраться, что к чему. Извини, Харди, но все полицейские заняты. Очень много вызовов. Ты уж как-нибудь там сам попробуй себе помочь, а? Ну, конечно, конечно, ребята, я сам себе помогу. Всю жизнь я сам себе только и помогаю. Вот он, мишинган, родненький мой. Так, что? Я уже и так знаю, я уже все это понял. Ух ты, красиво как. Ой-ой-ой, смотри, какой страшный был чувак. Так, ребятушки, я патрончики подобрал, все под контролем. Оу, дополнительная птичка вылетела. Что? Миссия пройдена? Нет, она не пройдена, она только началась. Так, машина, ну, с машинами. Опа, а это что такое было, ребят? Что это я сейчас сделал? Что-то активировал, непонятное такое, да? А, это была заморозка. Массовая, ребята, заморозка была. Ой, смотрите, 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 что происходит. Они меня, ребят, хотели врасплох. Они меня практически взяли. Эй-эй-эй-эй, они когда-нибудь закончатся? Да ну, завязывай. Блин, бесконечно. Они бесконечны, ребята. Что такое? Вернись в башню. В какую башню? Где башня? Я не вижу никакой башни. Я вижу кругом одних зомбарей. Их очень много. Справились, да? Справились. Ребятушки, не будь я Рэем, если бы мы не справились. Так, кэш. Ага, опять босс. Оу, босс-то какой, смотри. Чё ты? Хорош тут плевать свою тошнотворную фигню. Иди от меня, а. Такая еще музыка ненавязчивая. Знаете, ребят, как будто мы вышли на прогулку, а не на драку с зомбами. Yes, of course, ё-моё. Харди, так, мне нужно вернуться в какую-то башню. Блин, да где же она? Я не встретил ни одного живого человека. Харди, ты там как? У тебя все в порядке? Да чтоб она, помолчала бы лучше. Я не слышу, у тебя какие-то проблемы или что? Спасибо тебе большое. Как без тебя справлюсь? Ну тогда хорошо, будем тебя ждать на базе. Ребят, ну конечно же я импровизирую. На самом деле я фиг знает, что они там лопочат. Что такое? Купить, конечно, купить. Да нет, не надо мне за донат. Сразу донат, ребят, включает. Миссия выполнена. Так, ранг Б. На этот раз похуже у нас почему-то вышло. О! Перчатки? Тут у нас еще и экипировка будет. Ха. Ну что ж, давай. Перчатки, ребята. Надеваем. Надел? Да, по-моему, надел. Так, я могу тоже улучшать. А это покупается только за монетки, ребята. Я их потратил на свою голову. Ну что, поехали далее тогда. Смотреть будем, что там дальше. Ничего я не буду здесь покупать. Ни за доллар, ни за полдоллара. Так, файт. Естественно, файт. Ребят, третья миссия у нас. Энергии хоть отбавляй, можем, наверное, играть до бесконечности, пока нам не надоест. Эй, ребята, у меня кое-что новенькое. Прости меня, но монстры вокруг, я не могу тебе ничем помочь. Ты, главное, не волнуйся, я тебя найду. Да, я буду ждать тебя. Их тут много, они вокруг меня. К тому же я очень голоден, ты не принесешь мне пару чизбургеров? Ну что ж, хорошо. Если найду, то обязательно занесу. Спасибо тебе большое, дружище. А я тебе взамен что-нибудь приготовлю. Вот так вот. Тихо, погоди, что? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нечестно. О, Пит, подожди. Хе-хе-хе. То-то и оно. Будут знать свое место, сопляки буржуйные. Разнес их в щепки. Так, перезарядка. Как всегда, ребят, как всегда, у нас перезарядка вечно вовремя. О, заморозка. Замечательно, подбили. Ну, стрелять-то будешь сегодня, парень? Харди, давай, не тупи, пожалуйста. Кто там? Это кто там, ребят, внизу, смотри. Какой-то киборг с
щитом шел, я видел. Он думает, что я его не видел, а я его видел. Да откуда же вы вылупляетесь-то, а? Откуда вы все беретесь? Я могу сюда зайти? Точно могу. Вот он, ребята, видели? Хорош злиться на меня. Я просто хотел выжить, и я выживаю. И у меня это довольно неплохо получается. Вот, кстати, оптимальное местечко. А где у меня здоровье, ребята, а? Где мой столбик здоровья? Я его не вижу. К сожалению, пока. Нет, по-моему, они бесконечные какие-то. Что это у нас? О, ребят, я нашел, по-моему, бомбочку, да? Одну гранатку нашел, ледяную. Так, убить босса уже? Проклятие! Этот босс оказывается сюрпризом. Блин, надеюсь, если я его подобью, в нем найдется пару чизбургеров. Что? Иди-ка ты в пень. Ну-ка, это что такое, ребят? Вот это бухнуло. Вот это я понимаю бу... Что такое? Черт подери, у него защитный щит. Но я его пробил. Довольно легкий был босс. Так, нам нужно найти профессора и поговорить с ним. А это вообще хоть босс был-то? И где я должен найти профессора? Миссия выполнена, короче. Что это такое? А, нравится тебе? Нет, ребят, попозже все это дело. Слушай, а где наш родной профессор? Я так... О, кстати, мы можем с вами улучшить. Улучшить наш арсенал. В данный момент нам нужно улучшить... Да, я думаю, что это будет оптимально. Че, всего по одному деленницу прибавляется? Вы это серьезно? Вы это серьезно? По одному деленницу? Я же буду до скончания веков улучшаться такими темпами. Ну что ж, давай попробуем пройти вот эту вот миссию. Хотя бы одну карточку. Что? Что? Ты слишком слаб? В плане... Какого лешего? Я слаб, я ничего не слаб, я готов. Так, нужно 2596, чего? Убийств? Или чего? Странно. Но вроде бы как прокатило. Так, ладно, Харди, хорош тут бубнить. Нас ждут с тобой великие дела. Что такое? Пауза. Контроль. И к чему? А, автоматическая стрельба? Да, пускай будет, наверное, так. Ну, не автоматическая, ребята, а автонаведение. Но. Замечательно. Мы в лаборатории с вами, здесь должен быть профессор. Так, спасите 70 выживших. Или наоборот уничтожить. Ёк-каламанэ, эй-эй-эй-эй-эй. Врасплох взяли, это нечестно, ребятули, нечестно. Они в меня кидают какой-то парашей ядовитой. Слушай, надо действовать, ребята. А? Слушай, надо сматываться, тут еще и босс. Я должен прожить 70 секунд, ребята. Ты понимаешь, 70 секунд я должен здесь выжить. 36 секунд я живу. Живу 36 секунд всего лишь. Ты посмотри, что тут. Как? Каким образом? Эй! Они меня зажмут там. Они меня... Хрен вам всем. Иди сюда. Получите, гады. Сундук лежит. Так, 15 секунд, ребята, осталось нам прожить. А? Кто-то и оно, будете знать, паршивцы. Так, время. Последняя секунда, ребята. Ух, кажется, мы выжили. Так, выживший А. Привет. Ты где, парень? Как твое имя, родной мой? Отзовись. Я думал, мы прошли, хрен-то мы не... Да чтоб тебя, эй, ребята, зажали. Фух, я уже думал, все, ребята, чуть ли не стал молитвы это читать. Так, ребята, у нас шортики
прибавляются. Шортики, ты понимаешь? Это тебе не хухры-мухры, шорты это сила. Конечно же, одеваем, ребят, о чем тут можно говорить? О, видите, мы теперь в спортивных штанишках с вами. И это круто, это очень круто. И у нас с вами 1000 монет. Соответственно, я могу, наверное, себе улучшить арсенал, так ведь? Ох ты. Ох ты. А я могу себе приобрести вот такую штучку? Да, могу, если у тебя будет 180 монет. Или 14 тысяч, предположим, денег. Короче, вот это оружие за монеты, то есть за реал, за голду, за донат. А это... А это уже за игровую валюту. Также касается все и брони, ребята. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами и будем закругляться. Я надеюсь, вы поняли, что это за игра. Надеюсь, вам она понравилась. Ну, а мы с вами прощаемся и увидимся в следующих новых играх. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.